Здравствуйте, друзья! Свое видео я начинаю вот с такого мини-обзорчика цветочков хой, которые из черенков у меня растут, вот кроме этой. Эту мне прислал цветанутый друг из марафона. Растут прекрасно, уже листики есть, корешки там вон в посадке видны в прозрачных стаканах. Почему именно хоя сейчас на ваших экранах? А потому что буквально сегодня я прикупила еще один отросточек. Отросточек хоя эскимо называется. Ой, читала про нее, что у нее очень яркие листья и большие. Яркие и большие, но тут явно они небольшие. Ну, тем самым она и хороша, на самом деле. Такая она маленькая, такая хорошенькая, уже с корешочками. Сейчас я ее посажу вместе с вами и поставлю, наверное, к тем хоям, которые у меня уже имеются. Бытует мнение, что хои очень любят влагу. Примерно 60% такой влажности воздуха. И тесные горшки. Так они цветут. Если горшок будет слишком большой, то хоя цвести не будет. Так что имейте в виду, если вдруг у вас есть хои, которые не цветут. У меня, правда, хои, конечно же, еще не цвели. Они малышатки. Но все-таки я буду придерживаться тех знаний, которые я подчеркнула в сети интернет. И сажать в тесные горшки. При том, при всем, хои нужно молоденькие пересаживать раз в год, а хои, которым от 5 лет и старше, их нужно пересаживать раз в 3 года. Вот так вот такая информация мне попалась. Ну, посмотрим. Как говорится, время покажет. Пока еще слишком рано. У меня хоям нету 1 года даже, поэтому что-то сказать конкретно я не могу. Вот только поделиться информацией, которую сама почерпнула. Напишите обязательно. Я уверена, что у кого-то из вас есть хои, которые успешно растут. Напишите свои секретики и рекомендации. Прошу вас. Мне они очень пригодятся, потому что эти растения необычные. Они из вида лианоподобных всяческих. Вот растюх. Листья у них такие вот восковые. Чем и привлекательны. А вот эта хоя эскимо, у нее такие вот брызги на листиках, вот эти беленькие. И она сама должна цвести белым, как сказать, таким мохнатеньким цветочком. Маленькие мохнатенькие беленькие цветочки. Ну, естественно, оно, как это сказать, ну, зонтикоподобное такое цветение. Это для всех хой, по-моему, характерно. Ну, или для тех, которые я вот встречалась с какими. Вот сейчас я закреплю ее, чтобы она у меня держалась, пока корни не нарастит. И обязательно сейчас туда же прикреплю я ее название. Хоя лакумоза эскимо, вот так ее зовут. Вот. 1 ноября она у меня появилась. Желаем ей успехов, быстрого роста и адаптации, конечно же. Хои очень неприхотливые, любят рассеянный свет и душевание. Так что будем давать ей рассеянный свет и душевание. И все будет хорошо. До скорых встреч, друзья!